Сейчас идет, все. Все стоят, ничего, все. Надо благодать идет. Батюшка, можно по глазам? У меня глаза заняты. Спасибо большое. Спасибо. Праздником все. Праздник. Еще раз, может, получится. По третьему кругу. Сейчас у нас полжизни просто забрали. И самое главное, отняли детей. Нет детей, нет внуков. Без работы, без жилья, без ничего. Без пенсии. Да, но пенсия это уже да, второстепенно. Да, мы просто стали нищими, понимаете? Поэтому мы это пришли попросить у Бога действительно, чтобы хотя бы что-то вернули. Чтоб... Господу помолимся. Господи, помилуй.